4 июня 2020 года работники Бориспольского городского совета вышли на митинг протеста под лозунгом «Долой разбойника» с требованием городскому главе созвать внеочередную сессию горсовета и к депутатам уволить с должности секретаря горсовета Ярослава Годунка. Акцию «У стен горсовета» организовал профсоюзная организация работников Бориспольского горсовета. «Мы заявляем, что мы не хотим работать вместе с человеком, который имеет криминальное прошлое, которому чужды морально-этические принципы, который работает ради своего обогащения, при этом постоянно перекручивая нашу профессиональную работу, распространяя клевету на наших работников. Он никогда не был бориспольцем, сейчас проживает на Печерских холмах», заявила во время митинга одна из ораторов, которую авторы сюжета не представили. По ее словам, во время общения Годунок постоянно использует нецензурную лексику, угрозы, шантаж, ведет себя агрессивно, унижает человеческую честь и достоинство. Как сообщалось в феврале 2020 года в СМИ, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга при посещении Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения ответил на вопрос скандального секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Годунок в футболке с надписью «Выйди отсюда, разбойник» и плакатом «Жду извинений от президента» попросил главу государства расследовать хищение средств предыдущей райгосадминистрации, на что Зеленский ответил, что ему следует обратиться в правоохранительные органы. Ранее 10 июля 2019 года в Борисполе Киевской области президент Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Напомним, во время заседания Зеленский получил информацию на телефон о том, что ранее Годунок был осужден за разбой. Несколько раз украинский лидер спросил Годунка, о нем ли говорится в тексте сообщения. После утвердительной реакции президент потребовал от чиновника выйти из зала. «Выйди отсюда, иди, разбойник, плохо слышишь?» – сказал Зеленский. Тот уходить не захотел, он напомнил Зеленскому слова «каждый из нас президент», которые он произнес во время его инаугурации. «Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала. Иди гуляй, господи!» – ответил украинский президент. Позже секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок прокомментировал инцидент, произошедший во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Борисполь 10 июля 2019 года, когда Зеленский выгнал Годунка с совещания и напомнил о его якобы криминальном прошлом. Годунок заявил, что не станет устраивать акцию под стенами СБУ, ибо лишь агрессору и пятой колонне выгодно раскручивать этот скандал и делать дестабилизацию в Украине. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.